Where is that kid? Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожжа, с вами Жека, и сегодня хочу вам показать игрушку под названием Cats. Это аббревиатура, и переводится она как Crash Arena Turbo Stars, или как-то так. Эту игрушку мне посоветовал подписчик, и я решил, почему бы и не показать ее, раз говорят, хорошая игра, давайте посмотрим. Чего хмуришься? Не рад видеть своего дядю Тони. Не знал, что у меня дядя Тони, это кот с зубочисткой. Ну да ладно, у него такой цепарик еще такой. Она, что ты мне дядюшка Томми скажешь, Тони? Извини, что не был рядом все эти годы, я задолжал серьезным людям, и мне пришлось залечь на дно. Понятно, мафия. Ну ладно, открывай контейнер. И с днем рождения, Дрожжа. Ну, мы ник свой вбиваем, как бы, да? Нам дается какой-то контейнер, давайте посмотрим, что внутри. И в нем какая-то деревянная тарантайка. Поздравляю, твой первый боевая машина, с твоей первой боевой машиной. Давай установим ракетницу. Серьезно? Я могу... Это ракет... Почему деревянная ракетница? То есть я могу прям перпендерить сюда ракетницу, нормально. Оп, что это? Быстрый бой. Чего ты ждешь? Залезай! Я котик. Я котенок. Я котенок. Мяу. Тебе идет. Спасибо. Давай попробуем выиграть новые детали для... Да? Да. То есть, смотрите, это боевая арена, в которой мы быстро сражаемся с какими-то, по всей видимости, ботами, да? Ох, ё-моё. Помни, ты уже установил машину, она сражается автоматически. Ага. Ты не управляешь машиной, она сражается автоматически. Ну нифига себе, твоя задача как инженера просто это лучше боевой. Ну ладно, жмем. То есть я ничего не делаю, мы просто смотрим. Автоматом ракетница фигарит. И давай-давай, мы его опрокинули. А он пытался нас на таран всего лишь взять. Так мы все красиво сделали. Твоя машина победила. Отличное начало карьеры. Так, забирай свой первый ящик с деталями. Они тебе очень пригодятся. Окей, у нас есть детальки, за которые мы можем, наверное, что-то делать. Место для ящика, место для ящика. Окей, ящик с деталями можно запечатать. Они открыть... Давай распечатаем. И открыть бесплатно. Но с хорошим... Ага, то есть мы либо 24 часа их открываем, либо бесплатно. Первый ящик мы открываем бесплатно. И у нас тут еще одна ракетница. То есть, и... О! Циркулярка! Офигеть! У нас будет циркулярно... И... Катер? Что? Мы можем плавать, что ли? Ковш! Нифига! И мы еще два кристалла на халяву. Собрать награду. Собрать награду, да. Отлично. Ну, продолжаем побеждать. Ну, да, хорошо. Загляни в гараж и попробуй-ка надеть новые детали. Окей. Так, вот у нас получается гараж, да? Новые детали. Я могу, допустим... Вот сюда поставить штучку. А что это значит? Это уменьшилась его мощь. Ага. А вот это сюда. И мы увеличили ХП. Ага. Так, а может я могу вот так куда-нибудь... Ага. Так, а колесико? Вот, теперь колесики, может быть. И она как-то не очень накренится. Давай наоборот, наверное, поставим колесики. Я могу как-то двигать. Вот, смотри, мы можем подвигать. У нас... Давайте попробуем катер сделать. Ковш наперед поставим, да? У него стало 85 хп, мне кажется, больше намного. У нас есть выбор. Либо... Что это? Дрель. Либо циркулярка, либо ракетница. Либо вот еще одна циркулярка. Тут типа урон. Смотри, 9 урона. Ракетница 9 урона. Давай циркулярку возьмем. Вот это она большая. А нельзя ее сюда поставить. Почему? Энергии типа... нельзя. По всей видимости, нельзя нам пока что менять как-либо. Ну, давай, ладно, обратно. Мало, ну, фигово на самом деле, но ладно. Давай вот это сюда и циркулярка за 9. Вот, 72 хп, но 9 урона. Такое себе, правда. Я больше ничего не могу, допустим, циркуляр... Нет, видишь, ха. Ой, дрель получше, слушай, а дрель... Давай дрель поставим, она мощнее, она 12 урона даст, 12, нормально. Назад, подожди-ка, у меня есть кое-что для тебя. Возьми-ка эту наклейку, она сделает твою машину особенной. И у нас есть выбрать, либо...
Либо мужик, либо крылышки, да? Мужик или крылышки? Мужик или крылышки? Ну, смотри, мужик — это банально, да? Крылышки — это типа мы сдохнем. Наша машина будет легким, как... Знаешь, ты вот порхай, как бабушка... бабушка. Порхай, как бабушка. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Вот будем порхать, как ангелок. И мы берем наклейку, фигарим. А я могу куда-нибудь... Отлично выглядит. Ади, жди, не знаю, что видит твою машину. Нара, просто красава. Понеслась. Сейчас будем всех рвать. Автоматический бой, давай. Дрели его, дрели, дрели. О, смотри, смотри. Мы, получается, на себя его взяли, мы сейчас его завалим. Вообще, жди, недовольны за то, что мы его завалили. Окей, мы можем снова открыть на халяву ящичек, не можем? У нас нет, не дают ящика. А почему? 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 Почему не дают ящик? У нас же был ящик. Нехорошо. Денежки я не могу тратить. Ладно. А, серия побед. Нам еще две победы подряд нужно, и тогда нам дадут ящик. Давай. Ой, тут тоже дрелист. Понеслась. Дрелист. Ой, а что, что это было? А че он перевернулся? А я ковшом еще переворачиваю. А я красавчик, че? Я молодец. Я догадался ковшик-то поставить. Еще одна победа, и у нас будет чики-пуков на все, да. Хочешь попасть в телевизор и сражаешься в финале? Давай, давай, давай. Чемпионат. Деревянные детали. Тебе нужно будет одержать победу в 23 этапах, чтобы дойти до финала. Окей, давай я, наверное... Прикинь, 23... Офигеть, тут... Ты станешь звездой, но давай вернемся к первому этапу, да. Давай, наверное, сначала назад. Участвуешь в современном... давай, если несколько совпадет... Окей. Держи победу в этой серии побед. Нет, нет, назад. Я не хочу битву. Господи, он мне ищет битву. Бой, ладно. Ладно, давай бой. Давай, давай. Я не могу. Ну слушай, а у меня так первый... У меня первый забьет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, первая победа была. Бой второй. Что? Это законно, алло? Это чё? Кек, это чё было вообще такое? Ты видел? Он тупо... Чё вообще было? Чё вообще было? Вот второй бой вообще непонятный был. Ладно, это какие-то победы идут у нас мгновенные. Результат 3 победы, и чё-то я вообще красава, да? Я чё-то не понял, что я сделал. Первым там чемпионата, спасибо большое, окей, да. Я красавчик, кто красавчик? Я красавчик. И я прихожу на второй бой, но я пока не хочу, можно я не буду сражаться? Мы можем выбрать новую, давай стоп. Или вопросительный знак, человек-загадка. Человек-загадка. Вопросительный. Стоп. Стоп. Стоп выбираем. Выбираем стоп. Шикарно. И супер-ящик, который, наверное, открывается вообще месяцами. Новый дрель. Импульс. О, Лусио. Еще дрель. Скутер. Это новые какие-то машины. О, ковш увеличенный. Это круто. Это круто. И циркулярочка. На 24 урона. О, у нас тут вообще сколько... Проныра, смотри, нам вообще вкуснятинка-то подъехала какая. Собрать наградку. Могу я вернуться назад? Могу я? Ты, наверное, хочешь попробовать свои силы, но... Я не хочу, не хочу. Тони, иди в попу. Тони, назад, не хочу. Я хочу переделать машинку. Можно я переделаю машинку? Можно я переделаю машинку? Вот, выбери детали, которые хочешь улучшить, да. Я не хочу улучшать, я хочу... Ну, пожалуйста, ладно, дрель. Я не могу, кстати, нажать почему-то. Потом вот сюда. Окей, и дрель у нас улучшена, да? Спасибо. Спасибо, у нас дрель улучшен. Но я хотел вот эту машинку, можно? Спасибо. И у нас куча, слушай, куча всего. Это что? Это колеса? Да, это колеса. Вот. Наверное, слушай, маленькое колесо будет вообще в тему. Мы будем такие, знаешь, под наклоном и оп, ковшом будем, да, хорошенько? Вот, этот ковшик сюда. А, слушай, он один? Или подожди, у нас, смотри, дрель 12, дрель 23, дрель 13. Ну, дрель длинная, видишь, какая дрель длинная? Циркулятор 24, офигеть. А я не могу, почему? Что-то типа не хватает, да? То есть я и это не смогу. А что это значит? Недостаточно энергии.
у этой машины почему-то энергии недостаточно. Или это у меня недостаточно энергии. Я, честно говоря, не знаю, вот правда. Импульс. Ой, что ж, ни хрена себе. А импульс что делает вообще? Можно мне как-то инструкцию, что импульс делает? Ну, плез. Можем чисто поржать, попробовать ковшом вот так вот всех переворачивать. Но я что-то сомневаюсь, что мне это получится. Давай чисто поржем, попробуем одну победу. Тоже 3 победы. Я вижу, ты получил свою первую супер деталь. Неплохо. Слушай, я... Сделать ставки? Я не хочу делать ставки. Ну что ты мне предлагаешь все время? Ладно, мы делаем ставки. Это предложение, как кто победит. Выбери одного из игроков. И да. Алло, у меня 4 секунды. Ставка. На вот дрелиста. Ставлю на дрелиста. И... Перетащить деталь на кон. Деталь вот эта. Вот это ставлю. Ты детально конгурен, что да. К сожалению, вы не смогли во время сделать. Да иди ты в пукан, серьезно. Вот ставку кого. А тут типа два разных игрока еще играют. Одинаковый урон, но вот здесь дрель, а здесь циркулярка. Давай ставка на этого и вот эту штуку. Давай. Я согласен, куда мне нажимать? Да. Все, уходим. Готово. Уходим. Можно я последнюю игру сыграю? Пожалуйста. Я попробую чисто. Я не сомневаюсь, что у нас получится. Ой, он мне... Оп-оп-оп. Ха-ха-ха. Давай. Ей! Получилось. Но чисто так. Повезло. Вот реально очень повезло просто-напросто. Окей, у нас 4 победы. И мне предлагают либо за 30, нифига себе, либо начать. 64 часа. А, 5 часов. 6 часов. Я думал 64. Он 6 часов, 64 часа. Думал, нифига себе. Так, что ты мне предлагаешь? Ты мне предлагаешь больше монет. Улучшить. Это улучшения всякие. Нет, спасибо. Давайте я все-таки переработаю машинку, потому что она пока что ужаснейшая просто у нас, да? Давайте, наверное, колеса. Вот это колесо, да? И вот это колеса назад. Вот это колесо, шикарно. Вот, 7 энергии у этой тачечки, да. Давайте вот это стоп сюда. Нормально. Так, теперь 24, циркулярочка, да. Ставим циркулярочку. Не могу. А сколько она энергии? Она 8 энергии потребляет. Вот в чем прикол. Так, 7. Дрель, это 6 энергии, блин, потребляет. Но стоит дрель 24, очень мощная дрель. Да, 2. А нету, чтоб одной? Одну. Ну, вот это было бы неплохо, да? Она на 20... Ну, у нас одной энергии не хватает. То есть надо что-то искать за 5. 5 энергии. 5 энергии. 4 энергии. Угу. Что-то на 2 мощное, что-то на 2 мощное. На 2. Это у нас 6 тоже. Плохо. Ракетница 9, не очень. Давайте так тогда сделаем. Оставим так, назад. И попробуем уничтожить еще одну машинку. Понеслась. Ой, тоже с циркуляркой. И я больше его урона нанесу, так что я победил. Чисто из-за того, что я больше урона нанес. Хорошо, замечательно. Ничего пока не меняем. Успешно защитить. Так, чемпионат, окей. Мне Голдинский прилетел, спасибо. Так, давайте еще одна. О, нормуль. Ой-ой-ой, что? Что? Это так работает, да? Ей! Это так, я думал, хотя... Не, блин, я сначала подумал, что мы сейчас врежемся в стену, и все, мы проиграли. Но нет, мы победили. Так, давай. С импульсом, чувак. Ой-ой-ой, он нас... Ау. Нормаль. А с импульсом один разок мы чуть не прогавили, да? Он бы мог нас спокойно расфигарить. И мы получаем ящичек. Ящичек открываем за 10. У нас нету 10. У нас нету 10, так что ящик просто у нас пока остается. Давайте еще 3 победы попробуем сделать с таким же режимом. Ой, циркулярочка. Ой. Ау, нам везет, потому что у нас мега-дрель. Просто мега-дрель, и это круто. Задрелим все на свете живое. Собрать, конечно, собрать халявку.
Вот. И еще две победы. Еще мне две победы, пожалуйста, принесите. Вообще на изичах. Кто такие вообще машинки? Зачем такую высокую машинку создавать? Это нелогично. Это просто нелогично. Зачем? Мы вас на изичах раскатываем, и мне это замечательно, и мне это нравится. Так, понеслась. Ой, тут тоже дрель, но моя... Слушай, ну моя мощнее, чуть-чуть, не намного, но моя мощнее. У него больше хп, учитывая, что у него еще и больше хп было. Обалдеть. Так, у нас еще один ящик, и я этому безумно рад. Игрушка на самом деле очень забористая и очень интересная. Предлагаю на этом сегодня и остановиться. Вам понравилось? Хотите продолжение? Ставьте лайки и узнаем, что из этого произойдет. Может быть, когда-нибудь продолжим, если вам действительно нравится и вы хотите продолжение. С вами был я, Жека Дрожа. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, до скорого. Пока. Power, power, power.